В Златоусте на школьника упали футбольные ворота. ЧП произошло на игровой площадке во время прогулки. Ну и сами ворота, они вообще легко очень двигаются. Я вот одной рукой могу спокойно их наклонить. То есть, ну, мне даже вот никаких сил особо не нужно прикладывать. По словам мамы, ворота опрокинулись из-за того, что они элементарно были не закреплены. После инцидента ребенка осмотрели медики, у мальчика диагностировали перелом большого пальца на ноге. Руководителя на месте не было, были сотрудницы. Руководитель через телефон передал, что он как бы не виноват, и вообще эти ворота не должны быть закреплены. Попросил подождать нас с сыном. Мы были с сыном, как раз после приема приехали. Мы его ждали, он не приехал. Теперь мама подростка намерена обратиться в прокуратуру, так как, по ее словам, управляющая компания бездействует. А ведь на площадке еще множество опасных элементов, о которые могут пораниться дети. Что касается самого подростка и его состояния, ситуация осложняется тем, что у мальчика впереди важная операция. Ему ни в коем случае нельзя было травмировать ногу. А как теперь будет происходить вмешательство, неизвестно.